Что касается почты, вот здесь у меня должна присутствовать олейник. Это та женщина, которая руководит вообще-то всеми почтами по Керчи. А головное предприятие у нее находится в Крыму. И поверьте мне, что не мэр принимает решение закрыть почту или оставить ее. Мы написали массу писем в Укрпочту, в Крымпочту, чтобы почту в этом районе оставили. К сожалению, к нам не прислушались, на нас наплевали и сказали, почты в этом районе не будет. Она экономически не обоснована. Где олейник? Почему нет олейника? Расправу ее. Ну, она боится встречаться с людьми, ну, понимаете? Третий вопрос. Самый больной. Это аптека. Люди ездят далеко в аптеку. Мы все-таки выйдем с ходатайства на Министерство здравоохранения Крыма. У нас сегодня есть пустующие здесь помещения. И мы, я думаю, что эту проблему до ноября месяца разрешим. Это я вам даю слово, что я обязательно позабочусь и попрошу вот кандидата в депутаты, она тоже позанимается этим вопросом, чтобы здесь была аптека. Значит, по поводу автобуса, автобусы ходят в достаточном количестве. Значит, мы сейчас, где тут УДОТ наша? УДОТ. Микрофону иди. Рассказывай, почему до 8 ходят автобусы? До 6, да. Они не до 8, а в 20:50 идет последний автобус. Да. До 9 часов. Значит, давайте мы примем решение. Значит, давайте так. Мы продлим. Мы, давайте так. Если мы будем кричать, ну от этого ничего не изменится. Мы затянем время и все. Мы сделаем так. Последний автобус отсюда будет уходить в 22:30. Устраивает? Да. Все. Пожалуйста. Нет, давайте так. Подождите. Да подождите. Вообще голые. Слушайте меня. Голым может быть человек. Трубы могут быть без изоляции. Сделаем и там. Уже начали, у нас материал есть. И, я думаю, на следующей неделе мы полностью, мы же не просто так взяли за этот район, мы полностью заизолируем труд. Давайте так. Я сейчас вам представлю Валентину Ивановну Лютикову, за которую вы будете голосовать, потому что я вас прошу, потому что это наш кандидат, это наша кирчанка, это мой человек, в конце концов. Она вам расскажет, вы ей зададите вопросы, а я послушаю.